Привет, это канал «Взлет», меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами посмотрим новую коллекцию осенних аксессуаров от компании Oriflame, которая называется «Линка». И подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки Oriflame в сторис и в прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! Прямоугольная сумка «Линка» горизонтальной формы привлекла внимание очень-очень многих. И я знаю, что многие люди ждут, чтобы ее рассмотреть и, возможно, приобрести для себя. Но это не удивительно, потому что сама сумка выполнена в стиле ретро-люкс, и она нейтральных природных оттенков. А это всегда очень привлекательно, потому что именно такие оттенки сочетаются абсолютно с любым образом. И сама сумка выполнена таким образом, что ее можно рассматривать как деловую, классическую, официальную, и как сумку в стиле casual, свободного покроя, еще и к тому же у нее есть короткая ручка и длинная ручка, ее можно носить совершенно по-разному, и на плече, и в руке, и на руке, и ее можно носить совершенно как угодно, так как вам понравится. Сумка очень объемная и она очень мягкая, вот это меня прямо очень привлекло, потому что, посмотрите, ее можно складывать как угодно, несмотря на то, что она сделана под кожу, она выполнена очень легкая, очень изящная. Даже вот эта ее громоздкость, она вот компенсируется вот этим легким материалом. Размер сумки 36,5 на 23,5 и на 15. То есть мы видим, что у нее есть дно, она не плоская, но дно у нее не ярко выражено, вы видите, то есть оно не отдельно, но все равно вот из-за вот этих боковых швов дно у сумки присутствует. Благодаря этому она становится очень-очень вместительной. У сумки отделка под кожу, такую текстурированную, очень дорого это смотрится. И детали у сумки выполнены в металле золотого оттенка. И вы видите, что детали перекликаются, вот эти большие такие железные элементы на ручке, которые выглядят очень даже прочными. Я надеюсь, что это будет очень прочно, именно так, как они и выглядят. И вот эти элементы, они перекликаются с застежкой. Такие застежки у компании Oriflame бывают крайне редко. И мне они очень нравятся. То есть это не простая кнопка, а это довольно тугой клапан. Вы видите, как он, ну, прямо очень туго закрывается. Хотя из моего опыта у меня были сумки с такими клапанами. Впоследствии они разрабатываются и уже снимаются прямо одним пальцем. Но сейчас это очень туго. И вот таким образом открывается. У сумки есть короткая ручка 38 сантиметров и длинная ручка, которая не регулируется и которая составляет 95 сантиметров. Длинная ручка крепится на карабинах такого же металла, как и все остальные детали на сумке. Крепится очень просто, и мне нравятся такие карабины тем, что, вы видите, они прокручиваются. То есть ваш ремешок, он не имеет шанса перекрутиться на плече, чтобы вам было неудобно. Как бы вы не держали эту сумку на плече, она всегда придет в то положение, которое будет наиболее удобным, наиболее комфортным с помощью таких карабинов. Давайте рассмотрим ее внутри. Вот внутри она удивляет, потому что оп, и у нее такая подкладочная ткань, которая выполнена в стиле других осенних коллекций компании Oriflame осени 2018. То есть у нее такие черные, белые полосы, зигзаги, и подкладочная ткань, она отдельная. То есть мы уже привыкли к тому, что у сумок компании Oriflame практически всегда ее нет. А здесь она не просто есть, она еще и вот так вот, можно ее достать. Может быть, это даже хорошо, можно ее постирать, вот так вот вытащить. Даже она все-таки в белом оттенке, она может быть немного маркой. Но вот вы видите, вот так это смотрится. И вы, я думаю, видели сейчас, когда я доставала эту подкладочную ткань, что у сумки один карман, вот здесь вот он теряется в полосках, но он есть, и он очень вместительный, у меня рука туда помещается вообще полностью, он огромный просто, может быть, из-за того, что эта сумка огромная, и карман такой же огромный. Карман закрывается на молнию, и сумка брендирована внутри логотипом компании Oriflame на том же материале, из которого выполнена сама сумка. Крупные ажурные серьги Линка коллекции с этой сумкой. Вообще серьги осенью 2018 года это особенный тренд, потому что если раньше мы знали, что серьги могут быть акцентом в образе, то в данном сезоне серьги являются отдельным
аксессуаром. То есть они могут даже создавать образ и играть первую скрипку. И вот именно вот эти серьги, они, на мой взгляд, такими являются. Они довольно крупные, но они очень легкие за счет вот этого легкого тонкого материала и ажурного узора. То есть одновременно мы видим крупную броскую сережку, но которая при этом передает утонченный и женственный стиль. Мне кажется, дизайнеры постарались, как вы считаете? Мне эти серьги очень понравились. Серьги у нас 5,6 на 3,9 сантиметра. То есть возьмите линеечку и прикиньте, какой размер этой сережки. Вот так это будет выглядеть у вас на ушах. И в комплекте с сережками идет перстень Линка. Он тоже очень изящный, симпатичный. И мне нравится, знаете, что вот металл вот этих аксессуаров, он не под золото и не под серебро. У него вот золотистый есть отлив, но он очень неброский. Он выглядит именно вот как настоящее золото. Мне нравится оттенок этого металла. Он будет гармонировать с вашими золотыми украшениями, если вы их носите. Вот так это смотрится. Размер у перстня регулируется, то есть вы можете его сделать более узким, если у вас тонкие пальчики, и более широким. Ну, вы понимаете, в каких случаях требуется более широкий перстень. Вот так это выглядит. Как вам коллекция аксессуаров, как вам сумка? Пишите в комментариях. Попробуйте для себя новый классический стиль, очень женственный, вместе с коллекцией Линка от компании Oriflame. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!